столице Узбекистана продолжили отмечать праздник Рождества Христова рождественским концертом. Он состоялся в Академическом русском драматическом театре Узбекистана по благословению митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского митрополичьего округа. В Узбекистане мы отмечаем такое единство народов разных национальностей, разных религиозных конфессий. Мы живем мирно и дружно. И дай Бог, чтобы эта дружба и этот мир никто не нарушил, а мы его больше и больше скрепляли, приумножали благодатью Божью. Всех вас с праздником! Христос рождается! В рождественском концерте приняли участие архиерейский хор Ташкентского благочиния, юношеский симфонический оркестр Республиканского специального музыкального академического лицея имени Успенского совместно с камерным оркестром «Консонанса» при Ташкентской епархии, а также народный ансамбль танца «Эдельвейс». Специальными гостями концерта стала арт-группа «Ларго», приехавшая из Краснодара поздравить православных Узбекистана с Рождеством Христовым и преподнести свой творческий подарок. Участники группы Владимир Соколов, Владислав Судаков и Александр Порожный исполнили для собравшихся зрителей духовные и светские песни, которые затронули тонкие струны души каждого человека. Каждый концерт своеобразен. Главное, что люди получают от этого концерта, а присутствовало большое количество простых прихожан, они получают огромное наслаждение. И еще раз, я уже говорил об этом, я хочу поблагодарить владыку Викентия и его команду за организацию этого концерта. Концерт был построен так, что мы все почувствовали в Узбекистане себе, что мы действительно живем в семье единой. И если в зале присутствовали люди, даже не имеющие к православной вере какое-то отношение, они все равно вышли со светлым взглядом, с теплотой во взгляде и со светлым, наверное, чувством добра, света и любви к людям. Ведь действительно этот праздник любви. Та атмосфера, которая сегодня царила в зале, говорила, что подчеркивала, что праздник удался. Был прекрасный, светлый. Люди аплодировали. Конечно, мы были рады и гостям, которые сегодня к нам приехали с Краснодара. И наш, между прочим, я подчеркну еще раз, наш симфонический оркестр. Это было великолепно. Сейчас не хватает таких коллективов на нашей сцене, потому что заполонило гламур, вот эта вот коммерция. Ребята, вот они открытые, простые, но очень талантливые. Прекрасные у них голоса, они прекрасно спеты, душевно поют. И репертуар у них очень хороший. Поэтому на подъеме сейчас после концерта, вот просто чувствует подъем, такую радость вот такую внутри. Вот. Так и должно быть. Слава тебе, Господи, за это.